Приумножила свою коллекцию лондонских наград и гимнастка Алия Мустафина к трем медалям, добавив еще бронзу в вольных упражнениях. Это была просто неожиданная медаль, потому что на вольных упражнениях у меня практически не было шансов вообще. Я попала туда 8-м результатом, и главной целью для меня было это станцевать красиво и просто красиво закончить эти Олимпийские игры. Самолет с нашими спортсменами встречал Игорь Балдин. Игорь, вы в прямом эфире. Вам удалось пообщаться с гимнастами уже? Да, удалось. Интересно, что все буквально только что завершилось, потому что самолет из Лондона задержали, и спортсмены прошли в зал прилетов, ну, буквально полчаса назад, конечно. С наибольшим нетерпением здесь ждали Алию Мустафину. Это, пожалуй, главная звезда Олимпиады. Ну, вот в этой квалификации она получила золото на брусьях. Девушке всего-то 17 лет, ну, а потом еще обновила это все медалью серебром и получила также две бронзы многоборья в вольных упражнениях. А серебро было в командном первенстве. И надо сказать, что Алия Мустафина была, ну, не очень словоохотлива. Она хотела как можно скорее встретиться со своими родными. В аэропорту ее встречала мама. Предлагаю послушать, что она сказала буквально несколько минут назад. Во время турнира? Со всеми друзьями, с родителями. Поддержка ощущала всех. А тренером, с тренером контактировали? Конечно, тренеры, которые у нас там были. Ну и буквально...